Сегодня день всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. 81 год назад началась одна из самых кровопролитных страниц в истории человечества. 22 июня вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил мирное небо. Беларусь в этой войне потеряла каждого третьего. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Нацбанк 1 июля выпустит обновленную купюру номиналом в 100 рублей. Дизайн практически не изменился, зато улучшены защитные элементы. Это повысит надежность от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности. К слову, ранее регулятор заменил 5, 10, 20 и 50 рублей. С июля белорусским медикам поднимут зарплату по поручению президента. Появится новая надбавка. Она будет зависеть от сложности и интенсивности выполняемых задач. Больше всего получат врачи и медсестры, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, участковые службы и приемных больниц. В Беларуси на среду объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождя и гроз. Прогнозируется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. В такую погоду нужно быть осторожными. Возможно падение деревьев и обрушение конструкции, а также обрывы линии связи и электропередач. В Могилевской области с начала недели утонули два человека. В МЧС в очередной раз призывают не купаться в непредназначенных для этого местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не переоценивать свои силы, плавая на глубине. Особое внимание детям.